На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Матвей Александров. Мне 7 лет. Добрый вечер. Писатель Сергей Смольянинов. Шел усталый добрый вечер. Улыбался всем при встрече. И чудесным звездным светом был пиджак его рассвечен. Вдруг к навстречу вечер злой, мрачный, скрученный, худой. Был пиджак его промочен, грязнолужий, дождевой. Удивился добрый вечер, как ужасно ты рассвечен. Свой пиджак тотчас набросил на его худые плечи. И потом добавил нежно: добрый вечер, и невспешно зашагал своей дорогой, улыбаясь безмятежно. Вечер злой не ожидал, захотел поднять скандал, рот открыл и вдруг тихонько добрый вечер прошептал.